наш недавний случай, когда пожилой человек, которому мешал шум, позвонил в полицию раз, второй, третий, и на третий раз сказал, что он сейчас все это взорвет. Это очень яркая иллюстрация важной особенности нашей правовой системы. Для того, чтобы добрые или злые, хорошо или плохо настроенные полицейские смогли в подобной ситуации приехать, не найти, что логично, взрывного устройства, возбудить уголовное дело, они должны быть уверены, что это уголовное дело не придется прекращать. Там, где можно, как это называется на научном языке, экономить уголовную репрессию, там, где можно рассматривать малозначительность или явное отсутствие умысла на реальное совершение преступления как основание для освобождения от уголовной ответственности, и российская судебная, и российская досудебная система склонна доказывать только наличие формального состава. А в данном случае, как ни печально, формальный состав был. И все понимают. Но ровно в силу того, что из судебной системы, из правоохранительной системы долгие годы каленым железом вычищался здравый смысл как категория, именно эта история и создает, в общем, ощутимую вероятность того, что через какое-то время пожилой человек получит судимость более или менее на пустом месте по поводу того, что вспылил один раз.